Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет люстра от производителя Blitz. Это коллекция припотолочных люстр. Предлагаются здесь две модели. Есть на 3 рожка и на 5. Каркас люстры полностью из металла, цвет хром. Плафон здесь двойной. Есть наружная часть из стекла размером 10,5 см на 12,5 см. И внутри плафон в виде такой сеточки, она из металла. Плафоны поворотные. Направление света благодаря этой поворотности изменяться не будет. Но вот форма люстры будет меняться в зависимости от того, как вы выставите плафоны. Патроны Е14 из термостойкой пластмассы. Максимально допустимая мощность потребления лампы 40 Вт. Лампочки приобретаются отдельно. Я использовал LED-лампы потреблением 6 Вт, а выдает каждая такая около 50. Включенная люстра выглядит вот так. Ну, во-первых, смотрится она необычно, интересно. Я уже видел подобные плафоны двойные, но здесь все как-то не так, как-то по-другому. Освещает люстра тоже очень хорошо. Она точно подойдет для любой комнаты по типу и назначению. Площадь комнаты может быть порядка 20 квадратных метров. От потолка она отступает всего лишь на 26 сантиметров. Ну, немного это значение может изменяться в зависимости от того, как выставлены плафоны. Здесь, кстати, можно их даже развернуть вверх, и получится вот такая люстра. Правда, здесь в таком случае лампочки будут слишком близко к потолку, есть такой нюанс, но если использовать LED-лампы, то в принципе ничего страшного. Крепится она с помощью монтажной планки, диаметр потолочной чаши у нее 10 см. А на этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок! С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока!